Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы подписались на канал и поставили лайк под ролик, ведь ежедневно мы стараемся только для вас. Спасибо, а мы начинаем. Максим Галкин опубликовал новое фото с Аллой Пугачевой. Супруги решили прокомментировать слухи, которые ходят вокруг их семьи последнее время. Летом появилась информация о разводе Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Мол, в звездной семье произошел разлад. Правда, никаких доказательств этому нет. Этот слух дошел до близкого друга семьи Филиппа Киркорова. Поп-король, которого не раз просили прокомментировать возможный развод юмориста и примадонны эстрады, считает, что высказываться о происходящем между супругами неприлично. Также артист дал понять, что окажется рядом с друзьями в трудный для них момент, если потребуется. Наконец, слово решили взять Галкин и Пугачева. В инстаграм-аккаунте юмориста появилась их совместная фотография. На ней Алла Борисовна показывает язык, а ее супруг широко улыбается. «Не дождетесь, сплетники», — подписал снимок Максим. Поклонники поддержали супругов, а также отметили красоту примадонны. Пугачева даже в 70 лет красотка, прекрасная пара. Молодцы! Счастье вашей семье! Спасибо за просмотр, пишите свое мнение об этом в комментарии. Если хотите видеть главные новости каждый день первым, подписывайтесь на канал и не забывайте нажать на колокольчик. До встречи!